там по колено. Что, Тайсон, местечко нашел для шашлыков? В принципе, можно здесь. Место классное, да? Мангал есть. Просто я, Тайсик, хотел подальше в лес, чтобы без мангала, без ничего. Сам бы соорудил, что нам надо. Ближе к речке, ну тут речка тоже близко, Тайсик. Я бы вот прям хотел прям рядом с речкой, да, так. Пойдем в другое место. Пошли искать, да. Может, ты там ежика нашел, Тайсон? Ты, наверное, ежика там почуял, да? Ежик, наверное, там спрятался. Ты его хочешь откопать, Тайсон? Что там есть? Ищи. Может, мы пойдем уже место себе найдем, а? Где будем мы сейчас отдыхать с тобой? Да, пойдем. Пошли, Тайсик. Там другая дорога. Эй, молодец, как тебе хорошо, у тебя 4 лапы. Здесь вообще какое-то бездорожье. Деревьев навалено. Ой, ё-моё, Тайсон, здесь, оказывается, дорога есть. А мы с тобой прём по бездорожью. Опасная штука, упадет вот так в голову.
Тайсон молодец, обошел. Тут такие кучи опасные. Опа, Тайсик, по-моему, мы с тобой вообще в тупик пришли. Тут дальше ни тропы, ни дороги, вообще ничего нет, все завалено, Тайсон. Смотри, сколько деревьев, все завалено. Жесть, тут вообще хрен пройдешь, полные дебри. Короче, Тайсик, пойдем сейчас спускаться вниз к реке. Туда. Будем искать там место, рядом с водой. Потому что здесь все кирдык. Полная глухомань и бездорожье. Это, конечно, очень крутой спуск, Тайс. Свет хорошо. 6 секунд спустишься. А папка, если навернется, то покатится, как ком снежный. О, тайзёныш, вот тебе круто. Песочек, водичка, все дела. Я думаю, где-нибудь здесь сейчас мы и припухнем. Место вообще классное. Рядом речуха. Дров много. Ну как, охладился? Блин, мне на ту бы сторону мне перейти. Вон то местечко мне нравится. Но там к речке подход сложный, крутой. Давай вдоль речки, Тайсон, пройдем. Посмотрим, что там есть дальше. Хочу заснять. Выросли прям на сломанном дереве или что это? А, береза. Сломанная береза обросла мхом. И вот такие красавицы выросли прям на ней. Тебе нравится, Тазик? Пойдем. О, Тайс, мне кажется, вот это хорошее место. Вот тут вот. Да, Тайс? Рядом водится. Нужно руки помыть. Тазику будет хорошо. Мне кажется, классное место. Дров сухих полно. Топорик у бабки есть. Сейчас нарубим веточек. Обустроимся, сделаем лавочки себе. Вода у тебя есть. Папка с собой воду, правда, не взял. Ну, ничего не говори об этом. Топор-то я сейчас достану. Или топором пойду рубить дрова. Thank you.
поставим. Мангал сейчас папка мастерит. Здесь руки мыться. Все круто. Пойдем за дровами, Тайсон. Зачем нам те дрова, Тазик? Мне, для мангала. Для мангала надо, да. Вот этих дровишек. Папка, ты дровишек нашел? Сейчас соберем, соорудим мангал. Они слишком большие. Уплыла, Тайсон, коряга. Жесть. Ты пойдешь, Нет, Тайсон, понятно, я знаю, что ты пойдешь, но лучше не надо. Пойдем другую. Будем с тобой мангал делать. Можешь его, Тайсон, притащить туда? Давай, бери, помогай папке. Помогай папке. Скажи, папка, ты чё? Обалдел, что ли?
мангальчик. Что-то сидишь, помогай. Бабки. Здесь это бревно не плывет у нас, пойдет в воду. А, чуть не упало. Видите? Что оно такое тяжелое, понятно? Походу оно сырое просто. Все. Вот и тяжелое. Сырое. Бревно вот и тяжелое. О, а здесь папка будет сидеть. Да, Петя? Бревно вместе с тобой. Правда, она грязная. Но ничего, газетку постели. Газетку-то папка взял. Ничего страшного. Блин, руки, конечно, Тайсон. Руки, посмотри, какие грязные. Надо помыть. Да, Тайс, не зря мы с тобой выбрали место рядом с водой. Хоть руки помыть можно. Белоручка, скажи ты, да? Городской. Вот будем с тобой, Тайсон, почаще выбираться в лес. Учиться выживать в лесу. А потом как-нибудь на ночь с тобой заночуем в лесу. Как ты думаешь, Тайсон, стоит нам с тобой в ночку в лес прийти? Палатку возьмем. Хотя можно и без палатки шалаш сделаем. Не, ну конечно, это жесть. Без инструмента в лесу. Бензопила нужна, чтобы шалаш нормальный построить. А так, из чего ты будешь строить? Все такое грязное. Везде черви ползают. Жесть, Тайсон, да? Это тебе не трон твой. Тепленький, домашний. Это лес, Тайсон. Тут выживать надо. Это хорошо, что у нас тут еще дикого зверя нету. А тут, прикинь, тут выживаешь, а там тебе кабан или медведь идет на тебя. Что ты будешь делать? Я на дерево залезу, а ты? Что-то я подустал. Ну ладно, сейчас мангальчик сделаем. Костер разожгем и отдохнем. Такая тишина. Мне нравится, Тайсик, вот такая вот. Тишина, благодать. Чуть голова разболелась. Реально отдохнуть надо. Что-то мы с тобой загуляли так далеко. Потом еще назад топать. Ну ладно, сейчас мангальчик с папкой смастерит. Костерок разожгем. И будем отдыхать. Наблюдаешь? Ну, отдыхай, отдыхай, а то ты тоже устал. Сейчас папка дровишек наделает побольше, и потом сядем с тобой, будем отдыхать. Костерок сделаем. А то у папки что-то голова болит.
отдохнуть морально. Морально устал, не столько физически, а морально. От этой городской суеты будем с тобой сегодня отдыхать. Опа. Класс. Папка заметил, тут два орла. Здоровых таких. Вон, видите, летает. А, вон он уже. Один, короче, сел туда, на дерево. А второй летает, кого-то там высматривает. Здоровый. Вон он полетел. Сейчас еще принесу, и будет у нас столик Тайсон. Пошли. Вот тебе столик Тайк. Круто я придумал. Наоборот. Это так. А это вот так. Вот тебе и столик. Вроде тоже надухает. Отдыхаешь, да, Таша? Отдыхаешь. Вот пёсель. Чем дома валяться, да? Лучше в лесу. Хорошо, что я тебе от клещей обработал заранее. Да, думаю, хорош. Сейчас папка костер разведет. Будем смотреть на костер и жарить нашу курицу. Ой.
правильно, Тесса? Чтобы ты не скучал. О, куриную голову взял тебе и куриную лапку. Да. На, пока. Лапку погрызи. На. Бери. Бери, иди туда. Иди туда, Тайс. Садик, ты чё? Первый раз видишь её, что ли? Бери, иди туда. Кушай, мой хороший, кушай. И что ты не кушаешь? Не хочешь? Скажи, сам будешь грудку кушать маринованную, а мне какую-то куриную лапку дал. Тайсон, другая бы собака за милую душу бы схомячила. Кушай, давай, кушай. Кушай, Тайсон. Молодец. Ты чё, не хочешь? Ну, не хочешь, как хочешь. Надо уже... Хорошие такие мощные дровишки подкидывать. О, папка ушел, и Тайсон кушать стал. Ты не хочешь, чтобы папка смотрел, что ли, да? Как только я отвернулся, Тайсон сразу кушать начинает. Куда фиг, оттуда дым, куда фиг, оттуда дым. Куда фиг, оттуда дым, куда фиг, оттуда дым. И Тайсон сразу кушает. Возюкает, что-то не хочет. Все еще закапывать начнет. Ну ты мой едок. Эх. Блин, вот почему? Куда я иду? Туда и дым, а? Что за фигня такая? Я это с детства помню. Тайсон, кушай давай. Молодец, Тайс, кушай, кушай. Папка отвернулся, и Тайсон занялся лапкой куриной. Ой, у меня прям... Хомячит, хомячит.
ты что, Тайсон, закопал что ли ее? Где лапка тазика? Чего ты ее не кушаешь, Тайсон? Сейчас она вся извозюкается и будет грязная. На, давай я тебе хоть сполосну пойду, что ли. Она вся уже грязная. Ох, бля, папка чуть не упал. Скользко так. Нифига себе. Вот это да. Пойду там сполосну. Вот так вот, блин. Сейчас провалюсь в озеро, в речку. И все. Буду потом ласты свои сушить. Стой там, Тайсон. Не ходи сюда за мной. Собаки, блин, не поваляют, не поедят. На, иди туда. Опять сейчас будут возюкать. Давай, давай, кушай, Тась, кушай. Не будешь? Ну, как хочешь, пускай валяется. Смотри, какие классные у меня картошечки получились, Тазик. Тайс, Тайсон, смотри. Ну, какие мячики. Итак, картошечки какие у папки получились. Сейчас зажарим. Вкусно будет. Мяско, Тайсон. На гриле. Ой, какая гриль. На решетке. Да. Пока не зря мариновал. Позавчера. Круто. Получилось. Пахнет вкусно. Сразу все закинем, что нам мелочиться. И потихонечку будем жарить. Тазик получилась у нас грилька. Какая грилька, Тайсон? Это не грилька, это курица будет на решетке. Сейчас мы расчистим костерок наш. Что-то думал много дров, получается не особо. Картошка не получится все спрятать. Блин, жар, конечно, мощный. Куда фига туда дым, когда фига туда дым. Тазик, почему на меня постоянно дым идет, а?
сейчас вкуснятиной запахнет, Тайсон. Я уже чувствую запах. Куда фига туда дым, куда фига туда дым, куда фига туда дым. Что-то не работает эта фигня. Куда фига туда дым. Фу, я аж весь прослезился. Но зато, Тайсон, нас никакой коронавирус не возьмет, да? После такого дыма. Ты что там увидел, Тайсон? Кто там? Тайсон, ты меня прям как это... Охраняешь, да? Выслушиваешь что-то там, высматриваешь кого-то. Никого там нету, Тайсон. Мы здесь одни. Одни. Хотя птицы есть. Вороны большие летают. Ну да, уже что-то вечереет. Уже 4 часа вечера. Долго я костер разжигал. Дрова все сырые. Разгорается, тухнет, разгорается, тухнет. Час, да, я примерно, даже полтора, наверное, разжигал костер. Тасик. Тасик, тоже провоняешься, и тебя никто не возьмет. Никакая зараза. Как я проголодался. Да и ты тоже, бедолага, утром не поел же. Обычно мы с тобой после прогулки кушаем. А уже 4 часа вечера, а мы с тобой еще даже не завтракали. Ну я-то сейчас покушаю. А ты вот только чуть-чуть. Чтоб так до отвала, ты дома покушаешь, Тайсон. Домой придем, помою тебя, накормлю и будешь отдыхать. Мишка, блин, звонил только что, Тайсон. Приезжай, говорит, на работу. А я говорю, я на шашлыках, не получится сегодня. У тебя-то как дела, Тайсон? Рассказывай. Тазик, я вообще обожаю на природе. Природу обожаю. Леса, костер, реки. Можно даже жить. Что-то мне больше нравится. Ближе к природе, чем городская суета. Палатку поставить, и все, можно жить. Можно перевернуть, наверное, да, Тайс?
Тайс, ты чё молчишь-то? Поговори с папкой. А мы ж Кости с тобой взяли, думали, по дороге встретим дворнягу какую-нибудь. Придется где-нибудь их бросить, оставить. Ты молодец, подальше отойди от дыма. А то ж тебе неприятно, наверное, дым вдыхать. Уже вечереет, нам бы быстрее, блин, это все дело пожарить, покушать, да и валить. Хорошо, что я Тайсон телефон второй взял. Фу, опять все на меня. Внезапно почему-то батарея села. Может, я забыл выключить видео. Мишка позвонил, потом посмотрел на батарею, а там 12%. Хотя специально заряжал сегодня ночью, чтобы полностью зарядка была. Потом смотрю, 12% осталось. Хорошо, что я второй телефон Тазик взял. А то бы остались без телефона. Я бы не заснял такую красоту. О, дома уксусом заправил. Вкусно. Кушать уже хочется, Талик. Проголодался, Тайсон? Ничего, придем домой, покушаешь, поспишь. Тут везде грязно. Папка не очень место выбрал. Иди туда, Тайсон. Туда вот иди, ложись. Там посиди. Здесь и грязно. И дыма много. Рюкзак охраняешь. Я думаю, еще полчасика сейчас можно будет кушать. Погода сегодня отличная, хоть небо не пасмурное, солнце светит, дождя нету, что хорошо. Давно мы с тобой не выбирались, да, Тайс? Куда-нибудь в лес, на шашлыки. Ну так. Я думаю, нам с тобой надо с ночевкой как-нибудь. Я думаю, если нашим друзьям с YouTube понравится такой видосик, можно будет с ночевкой замутить в лесочек. Но для этого нам с тобой надо хорошо подготовиться. На первый раз, я думаю, в лесочек палаточка нам понадобится с тобой. А то так прям дикарями. Папка еще не готов. У меня ни топора, ни ножа, ничего нету. Взял топор какой-то старенький, тупой. Не нравится, Тайсон. Прям на него дым. Это прям на него. А ты скажи, Тайсон, вот так скажи, куда фига туда дым, куда фига туда дым. Мы в детстве так делали. Костры разожгем. И дым постоянно почему-то на тебя дует. Ты вот так говоришь, куда фига, туда дым. И все, дым уходит в другую сторону. Я думаю, надо поменять. О, красота. Сильно зажаривать мы ее не будем, курочку. Курицу нашу. Потому что курицу надо слегка, особенно у нас тут грудка есть.
Грудку надо слегка так жарить, чтобы она не была сухой. Я думаю, даже можно уже крылышки попробовать, даже грудки можно попробовать, а бедрышки пускай еще постоят. Сейчас наша лепеха подрумянится. Люблю, когда лепеха тоже горяченькая, типа свеженькая. Я-то ее вчера купил. Но она как бы свежая, я ее свежей покупал. Сейчас она немножко постоит под огнем. Сразу станет свежей. Все просто. Ну, Стась, я думаю, готово уже все. Можно крылышки, к примеру, попробовать, а остальное пускай пока томится. Надо еще посмотреть один картофанчик, готов или нет. И можно, короче, кушать. Папка проголодался уже. Картофанчик один попробуем достать. Самый такой в глубине. Блин, а я и ножичек ничего не взял. Как я буду картошечку доставать, пропекать? Вкусно. На, Тась, иди сюда. Смотри ко мне. Грудку. Вкусно. Иди ко мне. Иди сюда, Таечка. Тут кости, то есть. Вот такой смачный. Я как раз голень, бедра хорошо мариновал. На крылышке специально не очень так слегка, чтобы тебя тоже кормить.
Как вкусно. Какашки с глаз беру. Вот Тайс. Самое обалденное. Когда идешь в поход в лесу, это когда кушать садишься, да? Весь день трудишься, что-то делаешь, костер разводишь, дрова собираешь, идешь куда-то, что-то делаешь, а потом все приготовишь, садишься, кушаешь. Вот это да. Я думаю, если Тазик видео вот это загружу на YouTube. Если друзьям нашим на YouTube понравится такой вариант контента, мы с тобой пойдем уже тогда в лес с ночевкой. Прикинь, с ночевкой было бы круто. С ночевкой, потом на охоту пойдем. Если нам лайки с тобой понаставят, комментариев много оставят и просмотров много наберет, я думаю, мы будем с тобой чаще ходить в лес выживать. Пускай они там в городе у себя все коронавирусом болеют, а мы с тобой в лесу будем выживать. Да, Тась? Давай посмотрим на картошечку. Вон, класс. Мягкая. Надо было сольки взять. Вот это да. Тайсон, я бы тебе кости дал, но тебе нельзя. Откушу вот эти вот краешки. Ты у нас все глотаешь. Если бы ты жевал, хотя бы я бы тебе дал. А так. Давай сейчас мы с тобой грудку достанем, пока она у нас не пережарилась. Так, ну, хлебушек красиво. Хоп. Ну ладно, одну грудку возьмем, одну эту, чтобы и тебе покушать, и мне. А это пускай пока еще готовится. Ну как готовить, просто в тепле постоит. Оп. О, вот эта грудка. На, Тайс. Аж сок брызгает. Иди туда. Блин, да ты все глотаешь, на тебя не напасешься. Тайсон, давай я тебе дам еще кусочек. И иди туда. Отдыхай. На, Тайс, иди туда. Иди туда. Иди туда. Тайс, иди туда. Блин, проглотил уже, целую грудку проглотил. Вот это ты проглот, а? Все, иди, Тайс. Тебе много все равно нельзя. Иди туда. Молодец. Папка покушает. А то не могу кушать, когда мне в рот смотрят. Ну как, Тайсон, грудка понравилась тебе? Сочная? На.
даже чуть-чуть с кровью, но мне нравится такое. Очень вкусно получилось, Тайс. А как ты мариновал? В уксусе? Уксус добавлял? Короче, уксус, масло подсолнечное, перец черный, соль. Что еще? А, зира. А, ну да, вот тут я вижу зира. Прикольно, ты молодец, хорошо маринуешь. Очень вкусно. Ой, прям в горло залетело, да? Ой, Тайсон, я забыл. У тебя же там еще голова есть куриная. Давай сожрешь ее. На, иди туда. Ну, головы Тайсон больше любит, чем эти ножки. Ты там? Молодец, Тайсон. Блин, как далеко мы не уйдем с тобой в лес, все равно кто-то к нам идет, а? Ну-ка прогони всех. Ух ты! Ух! Молодец. Все, ушли. Шли прямо в нашу сторону, Тайсон, вдоль речки. Всех прогнал, Тайсон. Молодец. На тебе за это вкусняшку. Заработал. Ну-ка, голос, Тайсон. Ух, голос. Ну как тут, Тайсон? Молодец. Хороший охранник. С собакой надо в лес ходить. Молодец, Тайсон.
На, тащи. Какой-то метки. Прям в пасть прилетела. Не, какой я метки, а ты какой резкий. Ну все, Тайсон, телефон вроде включил, косточки оставляю, мусор забираем, все, погнали. Оп, пошли. На, тащи, бери, бери, пошли. Молодец, вперед. Тайсон молодец, помощник папин. Мусор несет. Тайк, а ты знаешь, куда нам идти-то? Вниз? Пойдем вниз.